7-летний ребенок погиб под колесами прицепа трактора, который вез сено в селе Апаково, это в Альметьевском районе. Тракторист проезжал мимо детской площадки, когда прямо на ходу на самодельный прицеп с сеном пытался забраться ребенок. Не удержавшись, он упал под колесо и погиб на месте. 38-летний водитель трактора сел за руль, не имея права управления самоходной техникой.